здесь эту возможность сделать, поэтому здесь нету клипа, потому как для каждого автомобиля и пилота вот сама по себе точка вращения, где вы это будете делать, она плюс-минус индивидуальна. Но при этом ее найти нужно и необходимо. Вчера в начале у нас дня, да, писали в чате. Такое прекрасное солнечное утро мы наблюдаем в Сочи. Прекрасно, на фоне гор. Погода крутая, атмосфера огонь. Завтра уже будет первый официальный день квалификации, а послезавтра парные заезды.